дешевый турнир. Тут 70 человек, что ли, всего. Так, без задержки буду, вряд ли они смотрели меня. Так. О. Ну, думаю, ладно, да, все-таки запишу видосик, пусть мелочь, но приятно, как говорится, будет. По семикарточному стаду у меня победы вообще еще ни разу не было. Но мне больше понравился стад хай-лоу, там больше экшена. Ну, тут и стримить-то по существу и нечего. Ну, как пивасники играют. Когда ты играешь там нормально, там за 50 долларов. Семикарточный стат. Вот я кэш здесь играл. Был веселый кэш. Я не знаю, чего у него все что будет. Блин, у него осталась херня. Боится смотреть. Это блеф идет, как бы есть. У меня стек, как бы я душу стека моя. Здесь я лимпом зайду, там туз все-таки. Тут 47 тысяч, он не будет рисковать, вот в чем проблема. Вот у меня... Я сейчас по тишинке, по преимуществу на 3 макса не будет рисковать, потому что у меня там 40 тысяч нет. Ну, тут можно эксплойтить сейчас уже более-менее. Так, я без задержки. У меня вообще задержки сейчас нет, но я думаю, вряд ли. Там никто меня точно не знает, одни америкосы. О, здорово, Толя. Давно тебя не было видно. Так, сейчас. Звук, наверное, вот так. Просто мне, чтобы чат читать. Блин, на одних блефах тоже далеко не уедешь так-то. На YouTube я такое выкладывать не буду. Когда я выкладывал там биги по 55 на старзах, это уже это одно, и там уже просмотры есть, но когда вот это выкладываю. Мне стыдно. Не, вот это выкладывать мне точно стыдно. Даже ВКонтакте скриншот. В Инстаграме выложу, а ВКонтакте выкладывать не буду. Руки я уже не видно. Один зритель, ребята, ничего себе, вот это я скиллованный, а. Целый один зритель. Ну поехали, что делать. Дама. Блин. А, два туза у меня. Отлично. Отлично. Отлично.
Да, жалко, что кнопки дележки нету, хотя бы по ICM. Сколько турнир идет? Я всего два входа сделал. Турнир идет 5 часов 38 минут. Так, ну осталось его обыграть. У него, конечно, еще есть фишки для... Блин, ну вот это очень, блин, плохая карта для меня вышла. Походу я падаю. А вот эта карта ничего. Девятку гадшот дал. Не знаю, 8-9 там по идее. Бля, десятка заманная, бля. Ладно, я от шахи здесь. Здесь не полезу. Я не знаю, я в блеф, конечно, не знаю, что у него. А у него вообще ничего нет. Что это за бред? А, он просто... Есть, бля. Ну, спасибо тебе. Да какой красный, черный? Пошли вы нахер. Красный, черный. Бля, знаете, кто-то вот так нечаянно ебанет. Вот эту хуйню надо как-то в настройках отключить красное, черное, потому что закрыть стол. Ну чё, победа. Во-первых, это первое. Ну, я мало сыграл в этом году. Это первая победа моя в этом году. Так, сейчас я захват окна. А чё у меня два? Сейчас минуточку я хочу. Блин, тут два их. А, вот. А, ну чё, я выиграл турнир, ребят. Ну это вообще, он, конечно, там такой закидон был, я сначала не понял. Но я сам в блеф дал. Это была, конечно, красивая раздача, мне очень понравилось. Ну, я не ожидал, что я так легко выиграю. Я думаю, он поборется. Или он просто не стал со мной бодаться. Ну там еще играть, сколько тут разница? Ну не, ну разница, конечно, есть. Столько времени просидеть. Разница сколько тут? 8 долларов или 9? 9, да? Вот. Там надо скриншот сделать для Инстаграма. Не, ну по семикарточному стаду у меня были финалки в другой сети. Ну, я еще не выигрывал вообще по этой разной. Мне очень понравилось. Но больше мне, конечно, понравился семикарточный стад Хайлоу. Жалко, что мало народу в него играет. Тут какая-то серия была в мае. Ну, мне не по банкролу было за 33 доллара играть. А... Так. За 33 доллара. Ты еще и с рибаями, в семикарточный стат, там оверлей. Вообще в Америка с кардрум я заметил очень много фриролов, так что я всем рекомендую сюда регистрироваться. Вот сейчас я демку запущу, здесь будет классная серия. Вот Веном закончился, сейчас будет классная серия здесь. Так, сейчас я запущу демку. Get used to hearing the word million because there's a lot of that going on in the next OSS Cubed. From August 1st through 29th, we're putting $20 million on the line in our world-famous three-part online tournament series. Yes, $20 million guaranteed. It's our biggest OSS Cubed ever, and it's just the start of the millions you can expect to see here. We're talking a $500,000 MOS main event, a $1 million OSS main event, a $1 million boss main event, a $2.5 million big multi-flight event, a $1 million big multi-flight event, a $250,000 big multi-flight event, and so much more.
The OSS Cubed appeals to all bankroll sizes and is just part of our blockbuster summer of tourney guarantees that total over $95 million in July and August. Are you ready? Get all the info today. Ну что, ребят, такая рекламка будет. Она вот сейчас вот идет серия турниров. У меня там какой-то билет есть за $33. Я в Инстаграме выкладывал. Я позавчера выиграл два турнира там в нем. И был доволен. Так, ладно, ребят, мне надо идти. Так что я делаю рейд. Я доволен, что я выиграл турнир по семикарточному стаду. Я очень рад. И надеюсь, у меня еще будут победы. И всем пока-пока. Ставьте лайки, подписывайтесь. И удачи нам всем. Алло, вампир. Ну, я это видел, а что там? Да попробовать это пиво. Я пробовал. Какое? Ну, вот это, которое нефильтрованное, перевернутое, я не видел такого. Ну, нефильтрованное я пробовал такое, и Поллайнер пробовал тоже. Что еще молодой? Ну, как Поллайнер? Нормально пиво. Я же покупал, когда к вам в баню приходил, я с собой взял такое пиво. Поллайнер? Да, я Поллайнер тогда пил, сидел. Ну, вот этот челик, кстати, он хоть и выглядит как ебанат, но он, блядь, ну, по пиву... Так нормальный, блядь, короче, рассказывает, хуязывает. А он сказал, что... выглядит как ебанат, потому что он под пиво, блядь. Не-не-не-не-не, он просто, у него визуально такая, если его побольше посмотреть, поймешь, чувак, он нормальный.